меня рука маленькая. Нормально, у меня рука. Всем большой привет. Привет. Мы сейчас находимся в Центр фестиваля. Мы приехали сюда снять денег. Но это была не самая важная причина. Мы знали, что сейчас здесь проходит автомобильная выставка, но почему-то мы приехали, и мы ее не нашли. Автомобиль нет? Ну да, автомобиля нет. Наверное, она где-то в другом месте. Но что мы сейчас... все в банках, Что-то здесь какая-то очень большая распродажа началась. Смотри, Иван. Мы сейчас с Максимом снимем денег и походим тоже, посмотрим. Мы не взяли карточку. У нас карточка есть со скидкой во всем фестивале. В общем, надо будет сейчас походить и посмотреть, что же за финальный сезон распродаж. Кстати, как снимать деньги? Когда мы снимаем с карты, мы подходим к вот такому окошечку, к Рунгсвейбанку. Да, там без комиссии снимается. Мы просто даем свою карточку, даем паспорт и говорим, какую сумму нам нужно снять. 4000 бат. У нас забыл. Вот, и после того, как вам карту вашу подтвердят, что у вас действительно карточка и имя совпадает с вашим именем в паспорте, то вам тогда одобрят. Сейчас, получается, он попробует снять 5000, просто не уверена, что у нас есть такие деньги на карте. Но. После этого, когда снимается сумма, он ксерокопирует ваш паспорт, он ксерокопирует карту и просит расписаться на копиях и написать, в каком отеле вы живете. Здесь очень шумно, здесь очень много людей, на дорогах пробки, мы даже не знаем от чего. Сейчас я как раз расписываюсь. Он там все ксерокопирует. Вот, в общем, какой-то ажиотаж, здесь все скупают. Почему мы не взяли эту карту? Сейчас посмотрим, что здесь именно. Сейчас я расписываюсь и пишу название кондо. В принципе, я не пишу никогда нашу номер комнаты или что-то еще в этом духе. Просто пишу, где мы живем, где мы остановились. И этого, в принципе, им достаточно. Все очень просто. Нам сейчас отдадут чеки, отдадут деньги, отдадут паспорт и карточку. И можно будет идти за покупками. Смотрите, здесь распродажа идет детских игрушек. Всякие распродажи на 20%, 50%. Ну, это просто машинки. И какие-то сборочные, это для маленьких деток. Пойдем, да, вон в том магазине что-то. Там прям такой ажиотаж. Какой-то все ходят. Я даже не знаю, что это за магазин. BTS какой-то. Ой, смотрите, какой здесь есть киткат. Белый против черного. Ну, прикольно. А вот еще, смотрите, киткат черным. Это японские штучки. В общем, я думаю, что мы чего... О, Мальтезер, здесь же его нет, по-моему. Да, Мальтезер нет. Смотрите, что я нашла. Тут 600 бат такие игрушечки. Олаф. Вот такой смешной Олаф. А еще для тех, кто любит время приключений, тут целый стенд есть. Смотрите, какой стенд. Просто вот она пупырка, я знаю. А, ну вот написано здесь, как они называются. А это кто? Это из чего? А для любителей Звездных войн, смотрите, что есть. Тоже всякие разные штучки и диски, причем недорогие. В общем, не зря мы зашли в такой магазин. Здесь в основном диски. И цены, в принципе, ничем не дороже, чем в России. Даже подешевле будут. Ой, тут столько всяких штук. Это, ух ты, магнитный какой-то песок, что ли? Обалденные штучки. В общем, мы купили только одну кисточку в таком гигантском пакете. Мы сейчас зашли еще в один какой-то детский магазин. Здесь прям детская неделя какая-то. Слушайте, здесь столько всего развивающего. Мне кажется, когда было у нас детство, столько всего не было. Сейчас все, что хочешь. Тут даже 2D-мозаики какие-то, игрушки от маленьких до больших. Аж глаза разбегаются, себе хочется что-нибудь купить. Мы ищем Монополию 1450. Вот Звездные войны. Крутой. Тут, кстати, есть такие штуки, уже готовые, наведенные эти пузырики. Вот смотри, какая штука гигантская. Да, это для вот таких вот. Пусканий. А, это перчаточка специальная, чтобы пузырики трогать.
походили мы по Central фестивалю, здесь реально сейчас скидки, а чувак стоит, смотри, за вывеской, кажется, что на короля похож. В очках. А, бля. Вот, короче, и купили одну кисточку, но мне она нужна, потому что я рисую на ногтях периодически редко. Сейчас Максим сказал, что нам нужно куда-нибудь сходить, найти, где покушать. Пожелать. Хотя дома есть борщ. Но мы сейчас выйдем, наверное, на Beach Road, да, чтобы там посмотреть, может, там все-таки есть выставка машин. Нам надо, получается, куда? Пойдем там, выйдем, да, и все, прям вот с этого этажа. Пойдем. Пошли с этого этажа, спустимся. Он сегодня то ли не проснулся, то ли что. О, хочу такой кипон. Пойдем, зайдем. Не хочу. Там просто очень крутой магазин, он еще не хочет туда заходить. Ну ладно, пойдем. О, да. Мы это сделали, если я сказал, пойдем, лучше пойти. Потому что второй раз я его туда не затащу. Тут такая одежда, смотрите. Такой магазин. Короче, здесь очень прикольно, здесь такие вещи классные. Я Максу 500 раз говорила, давай сюда зайдем. И на меня сейчас так смотрят, как будто первый раз видит человека с камерой. Максим у нас все в мечтах о айфоне. Мы просто сейчас вспомнили, что мы не зашли еще в один магазин, который я говорила, все по 60 бат, японский магазинчик. Максим очень расстраивается, когда выходит. Вот посмотрите, какой. Я буду сидеть дома. Ну, больше как бы здесь, кстати, iPhone дороже, чем в России. Это факт. А вот так уже выглядит оранжевый магазинчик, все по 60 бат. И причем здесь такие музычки постоянно, одна и та же играет. Такие музычки? Такие музычки, одна. Одна. О, она до сих пор играет. Да, и поэтому... Сюда. Ну, похожи очень мотивчики. Савадика. Поэтому сейчас я хочу купить силиконовые формы для своего потом будущего шоколадного яйца. Только я не знаю, где они. В общем, такой вот, всякие няшнички. Мы решили остаться в фестивале, зашли в Food Loft, мы его уже показывали. Я заказала себе японский сет, Максим русскую кухню. И вот такую порцию мы принесли, картохи. Это все аппетитно выглядит. В общем, приятного аппетита, мы пойдем покушаем. Все, мы покушали, Максим сзади стоит, расплачивается. Сейчас даже не знаю, мы хотим все-таки найти, где же эта выставка машин была, потому что хотелось бы посмотреть. Мы и так пропустили, недавно был марафон по ПТЕ в 3 часа ночи, когда был большой забег, перекрывали дороги до 10:30 утра. Вот. Кстати, вас уже 300, вы это видели? Мы вчера с Максимом такие сидим ночью дома. Я такая говорю, Макс, ну когда же мы уже будем праздновать 300 подписчиков? Обновляю страницу, и у нас 300 человек уже. Блин, это очень круто. Значит, все-таки мы все делаем правильно, и вам нравится наш канал. Вы начали писать то, что как же вы будете, вы не будете сдавать на права, если вы собрались улетать? Мы не собрались улетать. Наоборот, думали об этом? Ваша даже поддержка... Дай мне пакет, не могу, прям аж... раздражает. Ваша поддержка, короче, заставила нас остаться здесь. Да, дала второй шаг. Да. Не, на самом деле мы снимаем нашу жизнь, и как оно дальше сложится, вы уже узнаете вместе с нами. Мы уже планируем скоро-скоро уехать на каникулы в Сингапур. Так, не рассказывай все секреты. В общем, короче, вы живете, проживаете нашу жизнь вместе с нами, и так как мы снимаем и на следующий день выкладываем видео, поэтому вы практически в реальном времени за нами наблюдаете, ну тут разница в день. Вот, Кристинка обожает этот Victoria's Secret магазин. Короче, Кристинка решила себе взять спрей для тела. А тут сразу? 1000 бат. То есть со скидкой уже 20%. Короче, Кристинка купила себе 4 дейзика для тела. Это лосьон. Дейзики. Вот, сейчас нам отдадут их. Спрей для тела, чтобы вонять вкусно. Они все время пшикают свой салон. Здесь невозможно наноситься вообще невозможно здесь. Ей еще предлагали крем для тела, кто расставляет блестяшки, чтобы она светилась, как солнце. Но... Смотри, какой у меня пакетик красивый. Вот такой вот пакетик. Напарфумировали?
Вот, будешь им мазаться. В общем, я себе выбрала подарок на день рождения. Да. 22 июня день рождения. Ой, июля. Мы идем сейчас к выходу. Будем надеяться, может, там где-нибудь машинки стоят. И еще раз прочитаем. Пойдем. Еще раз прочитаем объявление или что это. Как это назвать? Ой, смотрите, что здесь сделали. Это вон на лифте. Вот, мы вышли уже из фестиваля. Идем в тамбуре. 30 июля по 5 августа. А чё 16-го? А, 16-го по 17-й забег. Вот, короче, это чтоб мы не забыли, что, когда, и чё, и где, и почему. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, принцесса! Вот такие здесь пироги. Вот, короче, мы сейчас сядем на тук-тук уже. Starbucks. Вот. Сейчас сядем на тук-тук, поедем домой, и уже дома... Наверное, покажем, что купили. В общем, как Росинка говорит, как? В общем, как ты его называешь? Слово дура? Слово? Паразит. Слово паразит. Вот. Мы, короче, пришли. Короче, тоже слово паразит. Короче, мы сейчас сядем и все, в тук-тук. Все, всем до встречи. Вот наш тук-тук, кстати. А вот мопед. Но не наш. А вот тук-тук наш. Вот, мы сели в тук-тук. Кристинка, помаши. Что ты махаешь? Я не тебе, я другой Кристина. Машешь, а не махаешь. Махаешь. Ну, я не русский же. Не можно. А ты русская, тебе нельзя. Вот. Все. Короче. Все, мы пришли домой. Мы сейчас еще заехали в спортзал, который у нас открылся наверху. Знали, что там месяц стоит для парней 1000 бат, а для девушек 900 бат. Думаем, что мы, наверное, туда запишемся. Ну, а сейчас время показывать, что мы купили. Купили бади-пеленки. Вот 3 так. Упаковки. Это японские пеленки, да. Ну, здесь они всего их... Вот сколько? Да. 2 штуки, я да? Я думаю, что должно быть. 2 штуки. 3. Ну, в смысле, 2 пеленки в упаковке. А, да. На самом деле, можно купить больше, но мы хотим заказать на Лазаде, это тайский магазин. Я купила себе карандаш для бровей, потому что мой закончился. Вот такой карандашик с брашером сразу. Я купила себе венчик, наконец-то, потому что, когда готовишь блины, очень неудобно вилкой все это размешивать. Венчик. Интересно, как она. Я купила такую кисточку, она из белого нейлона. Вот такую вот. Ну, это для прорисовки на ногтях. Это мне тут не нужно. А еще мы купили вот такие носки для стула. Макс, иди, одевай, покажем. У нас кафель на полу, и когда мы двигаем стулья, они очень сильно скрипят. Мы решили одни взять попробовать. В общем, последнее – это вот такие лосьоны для тела. Они стоили 1200 бат. Это Victoria's Secret, это коллекция Pink. Но сегодня у них была акция, последний день, за 950 бат, по-моему, мы взяли. Таких 4 штуки. Так что будем пользоваться, вкусно пахнуть. Дюся, кто украл носок? А, мы еще вот за 60 бат купили вот такие штуки для носа, для очищения пор. Что, тебе тоже надо? 60 бат, потому что мы покупали одну такую штуку за 30 бат, что ли. Здесь 4 за 60, тоже японские. Да, японские штучки. Ну, проверим, потом попробуем, посмотрим. Я все ищу идеальную маску для вычищения лица, потому что, когда вы живете в Таиланде, от этой жары на лице, вот как вы видите у меня, выскакивает все что угодно. И от этого не избавишься. Ну, в любом случае, на видео это было видно. Вот. В общем, Макс одел на стул носки. Теперь, ну-ка, поставь на пол, повози. Все, тишина. Класс, потому что когда Максим спит, я начинаю монтировать, туда-сюда двигаюсь, но это не очень хорошо. А, еще в Тескалотосе, сейчас я вам покажу. Я шумлю. Помните, мы рассказывали про Тескалотос, то, что была акция со Снупи, сейчас с новой, как он там,
Дораэмон, ну, я не знаю, как правильно он читается. А, в общем, новые штучки появились. Здесь тоже наклеечки. У нас уже 6 наклеек. Что можно выиграть? Нашел. Бутылочка, короче, для воды. Она стоит... Ой, она за 90 стикеров, но стоит она 590 вообще. Мы будем копить, а в октябре мы вам уже покажем, в принципе, на что мы накопили и что мы купим. Но зонты нам пригодились. В общем, все. Мы пошли отдыхать. Вам уже встретимся в пятницу. Почему? Ну, потому что этот выпуск на среду. На завтра. А, все, ладно, всем пока. Все, всем пока. Увидимся.